Всем привет, с вами Рома и я настраиваю камеру. Ну пусть будет, да. Это будет первый выпуск, типа... Нет, это даже не первый выпуск, я просто буду сейчас обозревать вещь такую, очень интересную. Сейчас покажу. Называется эта вещь «Умный пластилин». Стоит он не так уж и дешево на самом деле. 900 чем-то рублей, я не помню. Вот. Тут его можно разбивать молотком, рвать, он прыгает, тянется. И можно всякие вот фигурки лепить. Вот. Коробка сама очень, на самом деле, веселая такая коробочка. Металлическая, может, конечно же... Она помяться где-нибудь. Но если вы такой, как я, ну, порядочный, вы можете, как бы, этот умный пластилин держать постоянно, но не постоянно, иногда поиграть с ним просто вот так вот. Я специально для... Я специально, чтобы было весело, купил непростой. Сейчас мы его открываем. Открывается он вот так вот. Оп. Вот, а мы сразу видим такую вот хрень. Кстати, мне уже открыли его, показали что да как он делается. Я сам в него немного поиграл. Вот, достаем его. Коробочку мы можем брать. Вот, появляется такая масса. Я специально купил белый. Вот. Вот, смотрите, сейчас я вам все покажу. Его можно сейчас растягивать, там всякие скакалочки делать для девочек. Кто меня смотрит, здесь девочка. Вот, смотрите. Можно его вот так вот растягивать. А главной, самой прикольной штучки я расскажу потом. Потом его можно рвать. Не знаю, получится ли у меня сейчас... Нет, у меня сейчас он тянется почему-то. Я не понимаю, почему. А, вот, чтобы он порвался, нужно вот так вот закрутить его. Так вот и... Опа. Рвется он очень деликатно. Вот, и также можно потом его соединить. Ну вот. Сейчас я вам покажу прыгучесть. Ну, если вы не хотите, чтобы он далеко-далеко отлетал, ну, в расстоянии, тогда... Вы можете оторвать маленький кусочек. Но это я как раз сейчас это сделаю. Вот. Я оторвал вот такой вот маленький кусочек. И оставил вот это. Это я сейчас делаю в этот. Как вот там. Ну, типа попрыгунчик. Но это не самое главное. Ну, он, в нем есть прыгучесть очень большая. Чем больше шар, тем больше прыгучесть. Я его сейчас вот буду пытаться это сделать, пока у меня не получается. Сейчас мы сделали. А, ну вот, в принципе. Вот такой вот кружочек у вас должен был получиться. Сейчас я возьму в руки камеру. И вы посмотрите на это своими глазами. Ну, сейчас он не подпрыгнул почему-то. Вот. Он очень прыгучий. Вот. Но это не самое главное в нем. Так, что я еще не рассказал? Ну, молотком я его бить сейчас... Наверное, не буду. Ну, это надо постараться, чтобы он работал, чтобы его молотком бить. Вот. Идем дальше. Из него можно делать всякие фигурки. Вот. Например, такую вот. И если вот так вот положить... Сейчас я попробую это сделать. Надо вот так вот его, как больше блинчик сделать. Сейчас я сделаю этот блинчик. Сейчас. Так, подвину. Вот, блинчик, можно неровный. Вот, и делаете вот так вот. Вы его ложите и
прожимаете плитой штуки. Ну вот смотрите, вот так вот. Чтобы не было ни одной дырочки. И главное, чтобы в ней был воздух. Вот в нем. Так, немного вот так вот сделать, наверное. Тут закрыть. Все. Так, вот так вот. Так, главное, чтобы не было ни единой дырочки. Так, так. Вот. Теперь залепляем на том, что вы делаете. На чем вы делаете. Так. Но дырочки все равно будут. Как ни крути, все равно они будут. Вот, и сейчас я попробую это сделать. У меня не получилось, потому что были дырки. Ну, ладно, он должен был взорваться. Да. И вреда он никакого абсолютно не приносит. Вот, что дальше? И сейчас я вам покажу самое главное. Для этого знаете, что надо сделать? Сейчас сделаю. Подождите. Направить телефон на лампу. А вам буду ждать. Наступила ночь. У меня в руках находится... Ни хрена себе. Что за... Почему? А, черт. Моя камень не замечает, как он горит. Он, в принципе, он не горит. Сейчас я его подальше вот сюда вот ложу. Вон. Так. Я знаю, что вы будете видеть почти что одну темноту, но я пытаюсь его как-то зафиксировать, чтобы он горел. А, черт, он вообще не отображается на телефоне. Ой. Блин. Вообще чуть не капельки. Не отображается на телефоне это. Какой он красный. Ну, вы на своих экранах сейчас видите зеркало, да? И он, вот он, должен гореть. Я не знаю, почему это так. Честно говорю, не знаю. Может быть, что-то там камера не замечает. Сейчас, подождите. Ага, мы вернулись. Вот. Ну вот. А по-другому он называется, этот умный пластилин называется по-другому. Вот он, да. Называется он Chaining Putty. Ну, это там в каких-то прибабашных магазинах. Ну вот. Сейчас я его снова... упакую. Вы посмотрите на него. Ну да, он суперский. Он просто офигительский. Вот. И мне кажется, его стоит купить. Даже ради розыгрыша кому-нибудь его надо купить. Ну ладно, что ж. С вами был Рома. Подписывайтесь, оценивайте. Присылайте... блин. Не знаю, что сказать. А, во. Подписывайтесь, оцените. Поставьте большие пальчики вверх. Хотя какие пальцы вверх? У вас же всего 11 люди. Подписывайтесь на меня еще раз. Всего лишь 11, мне это вообще не прикалывает. Вот. Ну ладно, что, всем пока. Еще раз говорю, подписывайтесь. Ставьте лайки. Смотрите хорошие комменты, смотрите новые видео. Это вот там вот. Подписаться это наверху, вот там вот. Вон там вот.
А внизу это посмотреть комментарии. А вот там вот посмотреть видео. Вот. Ну что, с вами был Ромыч. Всем пока.